Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня муж пришел на обед и прихватил с собой из магазина Save a Lot вот такие вещи. Мандарины, креветки, это крылышки, которые мы берем в Save a Lot. Они, кстати, вкусные после Доминос. Тоже вкусные. Вот такая рыба. Ну, так как сегодня будет... У нас пятница, сегодня четверг, но у нас будет Friday night, потому что завтра уже его компания не работает, будут каникулы. Вот эта печень, которую мы всегда берем. Так. Ну и это сахар. Спросите, зачем так много сахара? Ну, кто понимает, тот понимает, что мой муж любит экспериментировать совсем. Некоторые эксперименты я снимать его не буду. 5 пачек сахара. Эта закупка вышла на 49,88. Заплатил 54,08. Я смотрю, что за что-то взяли с него таксы, налог. Значит, сахар у нас стоит, я вам сейчас скажу, сколько. Сахар стоит 3,29 пачка. В пачке 1 килограмм 810 грамм. Так, дальше что? Сейчас я вам все посмотрю. Шримпы стоят 8,29. Они уже приготовлены. Ну, их только нужно будет доготовить. Печенка стоит 2,99. Тут идут, видите, три куска. Она уже почищенная, порезанная. А дальше крылышки стоят пачка 5,19. Мандарины стоят 3,49. Мандарины эти сладкие. Мы уже брали их. И рыба стоит 5,29. Вот эта рыба 5,29. Мы иногда берем что-нибудь Friday night. Что-нибудь готовое берем. Вы сами понимаете. Иногда надо и брать готовое. Итого, вот Save a Lot.
54-08. 54-08. Вечером я еще что-нибудь вам поснимаю. Так что не прощаюсь с вами. Ну а пока всего хорошего, всех благ.